Умоляю, нахуй! Перекати! Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы летим создавать собственную организацию на таком проекте, как GTA 5 RP на сервере Alta. И если что, вы абсолютно бесплатно можете присоединиться и играть вместе со мной, если у вас есть GTA 5. Вам всего лишь нужно зайти в описании, зайти на мой сервер и там нажать M, меню персонажа, настройки, промокод и там ввести орган. Всем, кто это сделает, огромный респект, так что всем, кто это сделает, огромный респект, не буду вас задерживать. Погнали. Так, значит, название будущей организации. Конечно же, у нас будет организация называться Viper. Мы ее создаем за 2000 рублей, и все. Теперь что? Меню организации. Война семей. Что это такое? А, это же реально, мы теперь можем нападать. Подожди, а здесь нет никаких перков? Имущество 0, настройки, префикс названия, выбрать префикс, семья, ОАО. Подожди, а на что-то влияет эта штука, кто знает? Есть GTA-шеры тут? Поменять название, количество, расширить. Расширить за... А, вот, за 200 ДП. Ну давай мы чуть-чуть расширим ее. Пусть она будет у нас хотя бы сейчас на... Еще расширить до 30. Мне кажется, 30 пока хватит. Меню организации. Дальше смотрим. Распустить организацию. Управление ролями. Так, ну, условно говоря, давай лидер также сделаем. Лидер. Ранг. А как? Десятка? Зарплаты нет, выполнения контрактов. Это абсолютно все я себе включаю. Ебать, здесь, конечно, включать придется. Управление ВС на острове. Что за остров? Брать помпкам шатроны. Тут отдель. Блин, вот это офигенно. То-то, что тут можно, понял, прям отдельные, типа, категории оружия делать. Так, сохраняем. Как теперь вот здесь вот я даю себе сохранить? Я лидер. Теперь мы создаем, допустим, зам, ранг девятка, выполнение контрактов, принимать, увольнять, логи, позволяет снимать деньги, нет, склад, позволяет брать из склада, да, закрытый склад, позволяет брать склад, даже если он закрыт, открывать склад в офисе, в особняке, брать контракты, возврат машин, мебель, управлять мебель в особняке, менять, вот это вот офигенная штука, менять группу, группы на свой страх и риск, ну ладно, ну это начинать войну, участвовать в войне, грабить, похищать, брать оружие. Все, короче, это мы тоже все, ну почти все включаем. Понял? Если ваша организация владеет островом Кайо Перико, то это право даст возможность управлять самолетом вертолетом. Нифига себе. Сохранить. Ну и допустим. Еще раз, что? Подсказать что-то? Не-не-не, я организацию только сделал, да. Стою, настраиваю. А, да, давай. Так, значит, дальше. Идем сюда, группа. Это у нас, допустим, ну... А как вот первый? Вот, ну давай, допустим, вайперенок. Вайперенок. Ранг первый, выполнять контракты. Пока сделаем вот так вот. Подожди, а как... А, вот, надо только вайперидзе. Это пусть будет у нас второй ранг. И он уже может выполнять, принимать, сохранить. Все. Пусть будет вот так вот, все отлично. Это мы сделали. Организация у нас создана. Надо будет только... Сейчас вот народ... Инвайтнуть, прибежите, инвайтну. И по факту можно покупать батл пасс. Все, покупаем. Ебать, уровни стоят. А на каком уровне тут машина? Машина на не 50, а на 100 будет. Да, на 100 только, ебать. До 100 уровня, чтобы мне это 4000 мне надо потратить, да? Будем тратить, но мне кажется надо. Или не будем? Хотите? Хотите. Так, а как выйти? Вернуться назад? А, нет, это 20 тысяч, на... ебать. Это дохуя, 25к, реально, 500 лучше, ну вот это я у Олега видел. Ну ладно, давай мы, ну вот так, 20 уровней купим, пусть будут. Забираем оливьешку, конфетки, БПшки, деньги, что вот это такое? О, нифига это выглядит, конечно. Я бы не сказал, что ну прям... Сумка. Бля, не понял, когда он остановится. Красная маска. Отказаться 1000 очков, ну она мне нахрен не нужна. Подожди, 1000 очков это у нас... А я не знаю, что это у нас. Это как-то слишком сложно для меня. Забрать, открыть. О, вот это! Пальто, дай мне черное, я хочу крутым. Во. Дай мне черное пальто, пожалуйста. Прям очень надо. Ну, не остановится, мне, сука, на брюки перелезнет, да? Да. Мышь ты ебаная. Ну, не, ну такие... А что у них за носки странные? Одна, такого у меня больше нет. Сколько я, 20 уровней купил? Крутить рулетку. А, все это, что ли? Леденцы взяли. Таких ноль, все, что ли? Блин, Олег мне вообще сказал то, чтобы я открывал их утром, чтобы вы понимали. Потому что, ну, типа, утром как будто, типа, лучше сыпет. Давай вот я сейчас, типа, кейсов 5 открою. Хотя не, ну типа, хрен с ним. Сейчас испытаем вот так вот, ну это ДПшки. А, нет, фига себе. Это плюс Gold VIP.
Пусть хрен с ней валяется пока что. Это вроде нормальная штука. Эх, не Бугатти. А давай ты лучше на Хаммер перекатишься и будет... Вообще отлично. 172. Я понял. А звук, конечно, жесть. Ушам больно. Деньги. Ну вот, ну деньги мне нахуя. Мне не нужны деньги. Оставь их себе. Машину. Ну сука. Он как-то странно работать начал. Раньше он как будто понял, намного дольше катил все. Утром перезапускают серваки, типа лучше падает. Ну, блядь, ну давай без денег. Ну, сука, деньги это самый уебищный тут дроп. Правильно говорю? Правильно. Зачем мне оно? Не надо. Ну да, прокати сейчас все машины, чтобы мне дать в рот. О, мотоцикл, как будто. Мотоцикл. Сколько он стоит? 400, говно ебаное, ясно. А можно мне, ну, что-нибудь, ну, получше? Ну, да. Побай, сука, вот этим BMW. И дай мне денег. Бля, как же классно. 20 тысяч, спасибо. У нас уже 3 тысячи осталось. Да мне деньги не нужны, в этом-то и прикол. Вот мне погани хуярка не надо. Блядь. Вот поставил бы вот сюда вот Бугатти. Ебать, я бы тебе пятки сосал. Ну, пожалуйста. Ну, дай мне. Ну, пожалуйста. Вот эту машинку хочу. Да, блядь, ну не дропай мне бабки, ёбаные. Они мне не нужны. Причем по 20 тысяч. Сука! 223. Да, блядь, не окупаются нихуя эти ваши кейсы. Сразу 3. Бля, тоже верно, кстати. Блядь, ДПшки. Ну все, на ДПшке стопнись. Нахуй надо, нахуй. Спасибо. Давай сразу 3 крутим. Примешь, конечно. Сука. Ну это 400, да, стоит. Это мне не надо. Ну дай, пожалуйста, мне бибику. Ну мне надо на чем-то передвигаться. Ну пожалуйста. Ну дай адекватную, блять, машину. Что ж ты, ну такой гадостный-то, а? Вот вон туда вот Мерседес бы. Уф, блять. Песня была бы. 5 утра ради контов, ну... сука! Как он, блядь, байтит! Ладно, еще 3. Блядь, 930 ДПшек осталось, это пиздец. Вот эту, блядь, ну мудак! Ты ёбаный! По-братски, ну не еби мозги, ну дай... Range Rover ебаный, дай мне! О! Другое дело! Сколько он стоит? 400 ДП за... А, это... Каливатор Баллер, понял, спасибо. Каливатор Валлер, хорошо, услышал, блядь. Какое же говно здесь у меня просто пролетает. О, как неожиданно, сука, то, что мне упали деньги. Ну да, Кёнигсинг пролети. И упади мне... Вот это бы упало! Сука ты. Да так обидно. Вот прям на душе нахуй паршиво. Блять, умоляю, нахуй, сука, перекати, блять! А, я думаю, что, блять, звук пропал. Я наушники нахуй выдерну. Вау, мне деньги упали. Я в ахуе. Пойдем один сильвер кейс откроем и похуй. Нахуй я 2000 в этого батл пасса уебал, я не знаю. Ну хотя бы сотка там будет в этом штуке. 100-157, ёбаный рот. А что так по-нищему? Ну все, денег у меня больше нет. А, подожди, а призы забрать? Да, надо, вроде как. Донат, мои призы. У вас шанс даю. Ну, блять, ну... Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну вот, ну, машину, блять, какую-нибудь. Желтую, фиолетовую... Иди нахуй с этими деньгами ебаными, сука. Ну, зато у меня 249 тысяч теперь есть. Вау, типа, только нахуй они мне нужны, если по факту.